сегодняшний матч? Ну, впечатление. Счет на табло. Поздравляю с победой заслуженной. Пытались мы что-то противопоставить, но ну, типа, в первом тайме голы, такие ошибки. Детские, можно сказать, в обороне привели к стольким голам. Во втором вроде Искал успокоился, мне кажется. И мы не смогли добавить. Из этого вылился результат. Ну, 15-20, наверное, игра качалась. Надо сказать, что и Семаш достаточно неплохо выглядел. А голы, наверное, на самом деле повлияли. После третьего гола, мне кажется, инициатива уже была полностью в наших руках. И матч складывался так, как, в общем-то, наверное, хотелось бы нам, да, может, соперник. Пытался контратаковать, но что-то получалось, что-то не получалось. В общем-то, я думаю, что мы заслужили сегодня победу. И, наверное, от своего имени, от имени команды, клуба, хочу поздравить всех болельщиков, не только в Хабаровске, но и всей России, с наступающим Новым годом. Пожелать здоровья, естественно, да, в первую очередь, благополучия, ну и чтобы они побольше приходили, поддерживали свои команды на стадионы России. Также хотелось бы поздравить людей, кто нас учил в свое время, да, потому что мы поздравляем команды, мы поздравляем людей, которые сейчас причастны к нашему виду спорта, но мы не поздравляем ветеранов, людей, кто нас обучал, тренеров. Я бы хотел поздравить их, чтобы их не забывали ни в своих городах, ни в своих клубах. Всего им наилучшего, наилучшие пожелания. С наступающим Новым годом!